Шалом и приветствие каждому из вас. Меня зовут Эзра. Передаю вам также всем приветствие от Рабби Джонатана Берниса и всей миссии «Еврейский голос» из Феникс, штат Аризона. У нас тут как раз начинается ранняя зима, поэтому на мне сейчас такая курточка. А в руках у меня горячий кофе, пока я буду с вами делиться этим посланием некоторое время. Конечно, наши холода и наши низкие температуры несравнимы с теми температурами, какие у вас там, например, в Украине или в соседних странах. Но так как мы находимся в южной части Соединенных Штатов, то, что считается нормой в других штатах, для нас это холодина сумасшедшая. Итак, на этой неделе у нас произойдет празднование Дня Благодарения. И даже в этот период неопределенности, политических столкновений, проблем с коронавирусом, с пандемией, тем не менее, мы выделим несколько дней для того, чтобы быть благодарными и сказать спасибо за то, что Господь в этом году защитил нас и обеспечил нас. И хотя для вас, там, где вы находитесь, День Благодарения — это не праздник. Тем не менее, я надеюсь, что в этот период Хануки, Рождества вы сможете сесть со своими родными, близкими, в окружении людей из церкви, из общин, и осознать все то, что Господь сделал для вас в ваших жизнях и в жизнях ваших общин. И, конечно же, уделить время тому, чтобы поблагодарить Господа за все. Это прекрасное такое упражнение, и, конечно, даты в календаре нам в этом помогают. И это довольно важно делать. Итак, меня зовут Эзра Бенджамин. И вот в следующем месяце уже будет 11 лет, как я служу в служении «Еврейский голос». И я обязательно расскажу вам и об этом, и о своей личной истории через несколько минут. Прежде всего, хочу выразить благодарность Ребе Валентину и Татьяне Свёнтек за приглашение и за то, что могу поделиться какими-то вещами, которые у меня в сердце сейчас. Очень воодушевляет ваша конференция. Конечно, уверен, что все бы хотели живую конференцию лицом к лицу, но вот такой у нас год, что мы делаем все виртуально. Тем не менее, я очень воодушевлен тем, что могу поделиться с вами словом, и вы его услышите в тех городах, в которых вы находитесь. Для меня большое благословение и честь поделиться теми вещами, которые Господь положил мне на сердце. И это касается тех лет, которые я провел в еврейском служении. Итак, немного слова о себе, чтобы вы понимали, кто я и почему я вообще с вами делюсь этими вещами. Мой отец еврей, мать не еврейка. Но мой отец не верит в Ишуа, а мать как раз верит. И довольно рано моя мать поняла, что у нее есть два сына, которые евреи. Я и мой младший брат. И вот моя мама подумала, что мне, как верующий в Иисуса, делать с этими детьми. И так она стала частью еврейской мессианской общины. Это происходило в Рочестере, штат Нью-Йорк, в конце 80-х, начале 90-х. И лидером как раз этой общины был Джонатан Бернис, который пришел к вере где-то 5-6 лет до того, как раз, как молодой еврей, будучи в университете. Мы с братом начали посещать вместе с мамой, и даже папа иногда приходить стал. Когда ему это, конечно, было интересно, и, опять же, это было все в мессианской еврейской общине. И вот в начале или середине 90-х Господь призвал Джонатана Берниса отправиться в Санкт-Петербург. Многие из вас, естественно, об этом знают. И призвание заключалось в том, чтобы проводить огромное собрание в театрах, на стадионах с явным и четким посланием Евангелия, но в еврейском контексте. И это должно было происходить именно через него, как еврея, верующего в Ишуа. Многие из вас знают, что Джонатан был послушен этому призыву, и так он и сделал. И он отправился в Санкт-Петербург, и в Украину, и в Беларусь, и в другие места, которые считаются бывшим Советским Союзом. И виден большой плод, благодаря которому Евангелие достигло евреев в этих странах, в 90-е и 2000-е. Что касается моей семьи, после того, как Джонатан покинул США, по некоторым причинам мы перестали
стали иметь связь с мессианской еврейской общиной в тот момент и стали посещать церковь, которая находилась также в Рочестере, штат Нью-Йорк. И вот я рос, и я был в молодежке, и потом я принял Иешуа, будучи в этой церкви, в Рочестере. Конечно, я понимал, что я еврей, но это осознание, оно где-то было в глубине моего мозга. И это длилось довольно долго, например, в подростковом возрасте, когда я уже отправился в университет, но я никак не мог сообразить, как мне вот склеить между собой мое еврейство, мою еврейскую семью и веру в Иисуса. Это осознание создавало определенный дискомфорт и даже разочарование, и поэтому я не хотел, я перестал даже об этом думать на протяжении определенного количества лет. Итак, я поступил в университет в Чикаго и почувствовал от Господа призвание, так как я уже возрастал в вере. И это было призвание в миссию, но я не знал еще какую миссию, однако было полное осознание того, что Господь отмечает меня таким образом, и если я скажу «нет», то я никогда не буду удовлетворен. Итак, это было призвание служить в миссии и таким образом проповедовать и достигать людей для Евангелия и приводить их к вере в Иисуса. И за 5 месяцев до выпуска в университете я отправился на конференцию, которая посвящена была миссии. Там присутствовало 20 тысяч молодых людей, которые все чувствовали призвание начать свой путь в миссии. И я сказал: «Господь, ты меня призываешь в Восточную Африку». Я сейчас не буду рассказывать, как у меня это получилось, но я знал, что вот Восточная Африка меня ждет. Или же все-таки ты меня призываешь к пасторской работе, к пасторской миссии, работе с людьми, с семьями, консультациях, помощи. И для меня это был выбор между А или Б, между первым или вторым. Я сказал: «Господь, я скажу тебе «да» на А или Б». Я пошел на молитвенное уединение и действительно успокоился в сердце, успокоился в своих мыслях и сказал: «Господь, я скажу «да» тебе, А или Б». И я очень четко помню, это слово было, наверное, самым четким от Бога в моей жизни. Мне Господь сказал: «Эзра, вспомни, кто ты есть». И я подумал: «Так, а что это значит? Помни, кто ты. Ты еврей, это будет твоя община, и это будет твое служение и твоя миссия». И я вот так вот просидел там в тишине. Я сказал: «Но Господь, секундочку, так А или Б, там два варианта». Не-не-не-не-не-не. Помни, кто ты есть на самом деле. Это твоя община, и этим будет твое служение. И это слово было ясным как день, и я понимал, к чему я призван, и во что я призван вернуться, и несмотря на то, что я не хотел больше об этом думать. Но представьте, я покинул конференцию в полной депрессии и абсолютном смущении, потому что моя еврейская идентичность со всей моей семьей, с моими взаимоотношениями с верующими, с тем, что я, к чему я призван, как еврей, верующий в Иисуса, все вот эти вот вещи, для меня эта связь была разочарованием, смущением, отречением и болью. Поэтому я не хотел возвращаться в еврейскую общину, но я знал, что это от Господа, что это Бог. И я не мог это отрицать. Но постепенно, через молитву, через общение с моими друзьями, верующими, евреями, верующими в Иешуа, я постепенно начал возвращаться в мессианское еврейское движение в Чикаго. И будучи уже довольно зрелым молодым человеком, я вновь учился тому, как быть верующим в Иисуса, только евреем. Спустя 6 лет это все усиливалось, и это подтверждалось многократно. Я знал, что я призван к еврейскому служению, о котором мне Бог сказал на той конференции. Но тогда мне это сложно было принять, я сказал «да», но не понимал, что это значит. И в 2008 году, благодаря определенным обстоятельствам, мне удалось вновь соединиться с Джонатаном Бернсом, и он пригласил меня поучаствовать с ним в медицинской миссии в Эфиопии. Это центральная и северная Эфиопия.
Я на этой как бы евангелизации пробыл всего 2 недели. Я не знал, почему я туда еду, но точно знал, что мне это нужно, я там должен быть. Но когда Джонатан провозгласил миссию еврейского голоса о том, что мы провозглашаем Евангелие евреям, а также и тем, кто живет рядом, чтобы созидать мессианские общины и вовлекать церковь вокруг Израиля, еврейского народа, и вот тут мое сердце буквально выпрыгивало из груди, потому что я понимал, что это то служение, в котором я должен быть, и не знал еще какое-то служение, которое занималось подобным. И за последующие 1.5 года я уже участвовал в служении еврейского голоса, как раз в достижении евреев и их соседей. В 2010 году я переехал в Феникс, штат Аризона, чтобы вместе с Джонатаном Бернисом служить в миссии. И вот уже 11-й год я здесь нахожусь. А вот в русском языке есть хорошее выражение, хорошая мысль приходит опосля. То есть, оглядываясь назад, конечно, уже все понимаешь и видишь, что произошло, почему произошло. Но порой, когда смотришь в будущее, в тот момент оно как раз кажется неопределенным и смущающим. Поэтому, оглядываясь назад, конечно, я понимаю и складываю все эти обстоятельства и понимаю, как Бог их все устроил, чтобы я служил в еврейском служении. И, конечно, за эти более чем 10 лет Господь очень многое вложил в мое сердце, и я бы хотел поделиться этими вещами с вами сегодня утром. Ваша аудитория — это мессианские верующие евреи, а также представители церквей, и поэтому я бы хотел обратиться к тем и к другим. Моя молитва сегодня, чтобы мы получили от Господа то бремя, которое есть в Его сердце, какое оно касательно того, что происходит сейчас на земле и в грядущие годы, и как все это относится с еврейским народом, с теми 15 или 22 миллионами евреев, которые живут по всему лицу земли, а также с теми сотнями миллионов или миллиардами христиан, которые призывают Господа, которые прославляют Его тоже по всему лицу земли, в духе и истине. Итак, постараюсь перейти сразу к делу. Хотел бы поделиться 3 вещами, которые сегодня у меня есть в сердце. Я бы хотел поделиться об идее избранности, о теме влияния, а также о концепции финишной линии, как это, например, происходит в гонках. Итак, избранность, влияние и финишная линия. Начинаем с первого, с избранности. Думаю, многие слышали, и скорее будет сюрпризом, если не слышали, о том, что евреи — вот избранный народ. Да, что Израиль — избранный народ. Но что это на самом деле значит? Может быть, вы задавали вопрос себе или своим друзьям? Может быть, вы задавали вопрос этот евреям? Что это значит быть избранным? Может, вы искали ответ в Писании? Почему это евреи — избранный народ, и вообще для чего они избраны? Что означает быть избранным? Скорее всего, вы слышали много ответов. Если вы бы задали этот вопрос моей бабушке Рут, которой будет вот сейчас 98 лет, буквально через месяц. Вот если бы вы спросили ее, бабуля, для чего мы вообще избраны? Она бы улыбнулась и сказала, мы избраны для страданий. Потому что для нее, которая прошла Вторую мировую войну, Холокост, и имея многих родственников, которые погибли в это время, и испытав антисемитизм, и живя в Нью-Йорке в отделенной общине, вот была еврейская община и были другие общины, так вот у нее следующее понимание нашей избранности. Как бы она обычно это сказала? Если Бог существует, и Он выбрал нас, то Он выбрал нас для страданий. Я с этим, конечно же, не согласен, но я хочу, чтобы вы понимали, имели представление о видении многих, может быть, даже миллионов евреев в сегодняшнем мире. На основании их личного опыта или глядя в историю еврейского народа. И на основании этого есть идея о том, что Бог избрал нас для страданий. Как может существовать добрый Бог, который избрал свой народ для страданий? Это большая борьба в еврейских умах и сердцах. Другие бы заявили, что евреи избраны для того, чтобы иметь что-то, чего нет у других. Сюда можно отнести комплекс превосходства, как это, например, происходит в самой еврейской общине. Бог нас избрал, Он нас отделил от других, у нас есть доступ к определенным вещам, которого нет у других людей, и они не должны иметь этот доступ. И с другой стороны, во внешнем мире эта избранность и вот это вот ощущение превосходства подогревает антисемитизм. Потому что вот есть группа людей, они отделенные, они особенные,
и они вот имеют что-то, чего нет у других, у них есть что-то, чего я не могу иметь, как нееврей. Вот здесь уже порождается смущение и так далее. Как будто какая-то система элит. Наверху евреи, а ниже все остальные. Я также не считаю это библейским подходом. Тем не менее, это то, как многие воспринимают идеи об избранности. Есть еще одно неправильное понимание о том, что евреи, они избраны быть святыми. И в принципе это правда, да, так и есть. Но как будто бы эта святость обозначает, что мы навсегда отделены от других. Вот еврейский народ, он здесь находится, и он должен защищать свою святость и свою отделенность для Господа от всех остальных. И мы держим всех остальных на очень далеком расстоянии, потому что Бог запретил нам нарушать нашу святость. То есть это такое избрание, отделенное от всех остальных вообще в мире. Я думаю, что эта идея также, она не библейская. Да, мысль о том, что еврейский народ призван быть святым, как свят сам Господь, да, это абсолютно библейская, абсолютно такая концепция, которая соответствует Писанию. Но что это значит, и как мы практикуем эту святость в этом мире сегодня? Означает ли это быть отделенными от всех остальных, держитесь подальше от нас, и не загрязняйте меня, и не нарушайте мою святость? Я не думаю, что это верно. Итак, я привел три идеи. Избранность для страданий, избранность для того, чтобы быть превосходным, и избранность для того, чтобы быть отделенными от всех остальных. И, наверное, вам приходили тоже такие мысли, но я не думаю, что вот это для чего мы избраны. Если мы обратимся к Писанию, я бы хотел открыть прежде всего Бытие 12, 3 стих. Вы, конечно, знаете этот отрывок, и, наверное, присутствующие на конференции тоже будут делиться этим отрывком. Но я бы хотел посмотреть немного по другим углом, чем мы обычно традиционно смотрим на этот отрывок. Бог призывает Авраама, он покидает свою землю, своих родных, и он идет в ту землю, которую указывает Господь, в землю Канаан, в обещанную землю, землю, обещанную праотцам, обещанную еврейскому народу. И Господь говорит ему: «Я сделаю твое имя великим и благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя прокляну, и сделаю тебя благословением, и в тебе благословятся все племена земные». Итак, к чему призван Авраам, или к чему призваны Авраам, Ицхак и Яков, что они должны делать? Призвание или избранность еврейского народа, она не только для нас самих. Да, Господь хочет благословить и нас также, через себя самого и через других людей. Почему? Очень сложно ответить, потому что сам Всевышний говорит, что мы малочисленные народы, упрямейшие из народов. Я знаю это на примере своей собственной семьи и ее истории. Да, Он избрал нас, чтобы благословлять нас, но более того, чтобы все племена земные, все языки, наречия, народы были благословлены. Итак, для чего избран Израиль? В чем суть избранности избранного народа? Чтобы все остальные получили благословение. Если мы считаем, что это касается только Авраама, то нет, это также касается его внука, сына Ицхака, Якова. Он получает то же самое обещание, Бытие 28:14. Ободряю вас посмотреть и прочесть этот отрывок. Бог уже обращается к Якову и говорит: «В тебе и в твоем семени», то есть в твоих потомках, как Яков, все племена земные будут благословлены. Что же значит быть благословением для всех племен земли? Если мы обратимся к Новому Завету, в книгу Деяний, 3 глава, то читаем о том, как Петр и Иоанн, они провозглашают благую весть для сотен и тысяч евреев, которые пришли в Иерусалим и находятся там на празднике, так же, как это произошло явление Святого Духа на Шавуот, или мы знаем этот праздник еще под названием Пятидесятница. Они исполнены силой Святого Духа, проповедуют евреям, которые пришли в Иерусалим и прибыли туда со всех краев земли, и они повторяют этот стих в Деяниях 3 глава, 25 стих, где говорится, что мы наследники обещаний, данных отцам нашим. И таким образом они говорят, что через нас должны благословиться все племена земли. И они проводят прямую и важную связь здесь, напоминая о том, что окончательное благословение, которое еврейский народ может передать всему миру, всему лицу земли, это благословение благой вести о Иешуа, о нашем Господе и Мессии всего человечества. Весть о Иешуа, Иисусе. Амен. Надеюсь, вы говорите «Амен», неважно, где вы это смотрите. Исполнение пророчеств и обещаний, данных Аврааму, Ицхаку и Якову, которое дано было в первой же книге, в книге Бытие, исполнено в Иешуа,
провозглашено Петром и Иоанном, в книге Деяний, в услышании всех евреев, которые уверовали в Иешуа. Таким образом, то, как мы можем быть благословением для всех племен земли, это когда мы будем нести благую весть о Иешуа. Мы были избраны, чтобы быть благословением для всех. Во-вторых, мы были избраны, чтобы быть слугами. И это, конечно, противоречит идее о том, что мы были призваны для того, чтобы быть превосходнее остальных. Это противоречит идее о том, что евреи управляют всем, вот здесь евреи наверху, все остальные внизу. Нет, Писание очень четко об этом говорит. Исаия 41:9. «Израиль, ты был избран для того, чтобы служить мне и быть посланным другим народом». И слово, которое переводится как «слуга» или «служить», обозначает на самом деле тот, который послан для определенной миссии. Итак, через пророка Исаию Бог говорит: «Прежде всего ты избран для того, чтобы поклоняться мне, служить мне, потому что я Бог, а ты нет». То есть здесь уже есть идея смирения, для чего мы призваны в этом мире. И во-вторых, для того, чтобы быть посланными мною для служения другим народам. Итак, для чего избран еврейский народ? Мы избраны для того, чтобы быть посланными другим людям ради спасения всего мира через Иешуа Мессию. И это очень важно для нас, как членов мессианской еврейской общины, помнить, какие наши взаимоотношения с церковью и какие наши взаимоотношения с потерянным миром, который нуждается в спасении, трансформации, исцелении и прощении, которые приходят только через Иешуа. Наше положение относительно церкви и всего мира — быть слугами в этом мире. И это прямая противоположность той идее о превосходстве. Наше призвание — смириться и служить другим, чтобы они поднялись в Господе, потому что сам Господь освободил нас. Мы — те первые плоды, о которых говорят апостолы. Мы — первые плоды праведности, первые плоды воскресения из мертвых. Первые плоды как раз свидетельствуют о том, что все дерево будет плодовитым. Поэтому я призываю всех нас, верующих евреев, к тому, чтобы мы себя рассматривали как слуги ради спасения всего мира, ради этого потерянного мира, который нуждается в свидетельстве о нашем Господе и Спасителе Иешуа Мессии. И в-третьих, мы избраны быть свидетелями. Исайя 43:10. Здесь говорится как раз об этой идее, что еврейский народ, народ Израиля, он является как раз-таки свидетелем. Но свидетелем чего? И стих на самом деле дает очень четкий ответ. «Вы мои свидетели, я избрал вас быть свидетелями мне, чтобы ты, Израиль, знал, верил и понимал, что я Бог и нет другого Бога, кроме меня. Знать, верить и понимать». Я уверен, в ваших церквях, в ваших общинах есть время для свидетельства людей. Правильно, да? Вот что сделал Господь для нас. Может быть, кто-то исцелился, может быть, кто-то обратился к вере, может быть, кто-то находился в отчаянии, в депрессии, и Господь ворвался в его ситуацию, изменил все кардинальным образом и принес свет и надежду. Но одно дело, когда, например, я, как лидер общины, говорю, кто-то вот исцелился, скажем, у нас от рака. Я могу так сказать, и все скажут «Амен», правильно? Потому что я говорю о тех вещах, которые произошли с кем-то другим. Но более сильно, более мощно и влиятельно будет, если сам человек, который исцелился от рака, чтобы он вышел вперед и сказал: «Господь исцелил меня». Правильно ведь? Потому что один рассказывает как бы свидетельство чего-то, но другой является сам свидетелем того, что сделал Господь. Здесь именно эта идея. Израиль избран для того, чтобы быть свидетелем. И тот факт, что Израиль, он все-таки уцелел, и Господь сохранил остаток, спустя тысячи и сотни лет преследований, гонений, и попыток уничтожить нас, даже в отношении, например, общин в Эфиопии и самого государства Израиля, что были попытки просто сбросить нас в море, да, стереть с лица земли, тем не менее, еврейский народ все равно существует и сегодня, и Господь верен, ибо Он сохранил остаток. И одно дело, когда христиане читают Писание и говорят: «Да, мы видим, что Бог делал в прошлом», но другое дело, когда евреи встают и говорят: «Это то, что Бог делал для нас
нас лично. Итак, избранность еврейского народа заключается в том, чтобы быть свидетелями, личными свидетелями Божьей милости, любви и милосердия, справедливости, справедливого суда, божественной милости, а также возможности спасти и избавить, которая присуща живому Богу, потому что нет никого другого, кроме Него, на небе, на земле или под землей. Итак, мы избраны быть благословением для всех племен земли. Еврейский народ призван ради того, чтобы служить для спасения всего человечества. И также мы призваны быть свидетелями Божьего характера, Его божественной природы, Его силы, Его власти и Его спасения. Надеюсь, что звучит «Амен» со стороны христиан, а также со стороны евреев. Итак, переходим ко второй идее, этой идее влияния. Напомню, что поговорив о избрании, быть благословением, слугами и свидетелями, каково тогда должно быть наше влияние? И вы знаете, Господь в последнее время говорил и к моему сердцу, и к сердцам тех лидеров, которые здесь находятся в еврейском голосе, о том, что нам нужно более обширное видение. Но что это значит? Господь, Ты призвал нас служить и достигать наш народ и насаждать общины. Прекрасно, но Господь бросает вызов мне, и я, в свою очередь, хочу бросить вызов вам. Если вы члены мессианской общины или лидеры мессианской общины, или вы христиане и пытаетесь понять, как строить взаимоотношения с еврейскими общинами в этом мире верующих людей, я призываю вас иметь более обширное видение. Прежде всего, хочу обратиться к моим еврейским братьям и сестрам. Нам нужно более обширное видение. Что я имею в виду? В чем сама суть вопроса? Конечно, мы стремимся к тому, чтобы люди приходили к вере. И да, это первый шаг. Это прекрасно, это цель. И согласно книге Деяний, нет другого имени под небесами, которым надлежало бы нам спасти. Спасение невероятно важно. И таким образом, судьба мужчин, женщин, детей, она как раз приходит к вечности. Но это как бы только вход во дворец. Это первый шаг. Кроме того, что люди приходят к вере, нам нужно более обширное видение. И что же это? Да, конечно, нам нужно основывать новые общины. В чем там смысл? Мы встречаемся каждый шаббат, каждую субботу, возможно, еще несколько раз на неделе, и мы поклоняемся Господу, мы прославляем Его. Да, и Господь доволен нашим поклонением. Это важно. Но в чем большее видение? Пойдем дальше. В чем наше влияние, нас как общины? Когда Иешуа подходит к смоковнице наших общин или сети наших собраний, имеет желание вкусить плод нашего служения. Найдет ли он этот плод? Найдет ли он там плод? На этих смоковницах наших служений, которые мы развивали, в которые мы вкладывали наши сердца и наши молитвы. В чем влияние? Влияние не на наших собственных людей, а на окружающий мир, на неверующие еврейские общины, которые есть в наших городах. Каково влияние наших мессианских еврейских общин на нееврейскую общину? Знают ли о нашем существовании? Если знают, то видят ли они, что мы оказываем влияние на окружающий мир во имя Иешуа, в наших городах и там, где мы находимся? Нам нужно большее видение. Спасение — это прекрасно. Насаждение новых общин — прекрасно. Умножение общины — это просто чудесно. Но каков этот вечный плод на смоковницах наших служений? Оказываем ли мы влияние? Ведь Господь призвал нас исполнять обещания, данные Аврааму, Ицхаку и Якову, быть благословениями для всех народов земли. Оказываем ли мы такое влияние? Наше достижение, оно отражает это влияние? Или наш образ общения с властями в нашем городе отражает то влияние, которое мы должны оказывать? Это то, о чем стоит задуматься. Глотну-ка я кофе, пока вы о всем этом думаете. Теперь хочу обратиться к моим братьям и сестрам-христианам касательно темы влияния. Вы присутствуете на этой конференции, потому что до определенной степени, какой бы она ни была, вы чувствуете свою связь с еврейским народом. У вас есть связь с верующими евреями, с верующими мессианскими братьями и сестрами, потому что мы все, как евреи, так и не евреи, были искуплены кровью Агнца. И вы чувствуете, что каким-то образом вы хотите быть благословением для еврейского народа и хотите помочь в достижении евреев для Иешуа. Это все прекрасные вещи, и спасибо за то, что несете это в своих сердцах. Но я также хочу обратиться к вам со следующим. Примите большее видение. Что я имею в виду?
Благословение Израиля, например, не означает только поддержка, материальная поддержка государства Израиля или только служение евреям. И, возможно, я затрагиваю какие-то очень чувствительные моменты здесь. Особенно, если вы благословляете, чтобы получить благословение в ответ. И что я имею в виду под этим? Когда я читаю Писание, я все больше и больше утверждаюсь в следующей мысли. Господь желает нечто большего, чем просто такие бартерные отношения между церковью и еврейским народом. Я говорю об отношениях завета между мессианскими верующими евреями и христианами. Между неевреями и евреями, верующими в Иешуа Мессию. Это взаимоотношения завета, мы нуждаемся друг в друге. У нас различные призвания, конечно, но оба они невероятно важны для того, что Бог хочет сделать. И я хочу обратиться к моим верующим братьям, сестрам из христиан, что Господь больше заинтересован в вашем сердце, чем в вашем кошельке. И Господь больше заинтересован в положении сердца вас и вашей церкви или общины по отношению к евреям и народу Израиля, чем в чеке, который вы выпишете, чтобы поддержать Израиль, или молитве, которую вы произнесете за Израиль, или даже в поддержке еврейских служений, которые достигают евреев для Иешуа. Будьте осторожны, чтобы не убирать, не устранять Евангелие в этом благословении для еврейского народа, чтобы еврейская община восприняла. И я наблюдаю это все больше и больше, когда смотрю то, что происходит в США, в Израиле. Возможно, вы это тоже замечаете. Все больше и больше организаций, которые говорят и обращаются к христианам, говорят, что «будьте благословением для Израиля». Но когда вы вникаете в то, чем они сами занимаются, то вы задаетесь вопросом, а это служение вообще имеет что-то общее с проповедью Евангелия, достижением для Иешуа в отношении еврейского народа? Если этого не происходит, я призываю вас сменить ваш ракурс и обратиться к тем служениям, которые несут Евангелие евреям. Я хочу к вам обратиться как евреи, верующие в Иешуа, к вам, братья и сестры христиане. Пусть вас не застанет врасплох и не обманет прекрасная идея благословения еврейского народа, но которая выбросила самую важную вещь. И это вечная истина или благовестие, Евангелие о том, что нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись, и это имя Иешуа. Иешуа есть Мессия Израиля. Пусть вас не увлекают яркие и сладкие слова. Может быть, это довольно так серьезно звучит, но у меня очень сильно переполняют мысли об этом. Не сейте свое партнерство или свои финансы, или другие какие-то возможности в какие-либо еврейские организации, которые выглядят прекрасно и хотят, чтобы вы благословляли Израиль и еврейский народ, но при этом они хотят убедиться, что евреям не проповедуется Евангелие. В этом нет сердца Господа, это не полнота, в которой христиане должны стоять и благословлять Израиль. Убедитесь, что ваше благословение включает самую важную вещь, самый важный аспект. И это благословение еврейского народа через Евангелие. И как я уже говорил ранее, просите Господа, чтобы эти взаимоотношения, они перестали быть просто каким-то бартером. Я благословляю, чтобы меня благословили. Но чтобы эти отношения стали отношениями завета. Я благословляю, потому что моя судьба как верующего человека неразрывно связана с судьбой, которую Господь приготовил для еврейского народа по всему лицу земли. Несмотря на то, что многие евреи ослеплены и их сердца отрицают его, хотя и они отрицают до сегодняшнего дня это. Вы поймите, что есть вот эта вот неразрывная связь, связь завета между вами и тем, что Господь хочет сделать для израильского народа и для того, что Господь хочет сделать сейчас в жизни церкви, теле Мессии. Итак, я призываю вас перейти от этих отношений «я благословляю, чтобы быть благословенным» к пониманию «я благословляю, потому что Господь дал мне бремя, дал мне страсть в сердце, чтобы полнота его желания, которое есть в его сердце касательно еврейского народа, исполнилась, чтобы народ поклонялся ему в духе и истине через Иешуа». Итак, для моих мессианских братьев и сестер и для церкви, касательно нашего влияния на еврейскую общину и нееврейскую общину, давайте иметь большее видение. Пусть Господь в это время нам даст большее видение. Амен. Итак, переходим к третьему нашему пункту. Мы говорили уже об избранности и говорили о влиянии. И третья идея – это идея о финишной линии. В английском, который используется в Штатах, есть определенное выражение, не знаю, оно соответствует русскому или украинскому выражению. И звучит оно так: «Жизнь – это путешествие, а не пункт назначения».
И что это путешествие, оно намного более важно, чем сама уже конечная точка. И многие люди говорят, да, это так правильно, это так классно, это так глубоко и многозначительно. Но я не такой, у меня другой характер, я достигатель. И я подогреваю это как раз большим количеством чашек кофе в день. Однако и для меня не все заключается в завершающей точке. Смысл вообще финишной линии. Моя жена Тамар, у нас была свадьба в январе, как раз перед тем, как по причине коронавируса, по причине вот COVID-19, закрылись все места проведения свадеб, все рестораны, большие залы по всему США. Конечно, нам повезло, и мы не знали, что так будет. И свадьба у нас произошла как раз в последнюю неделю, когда вообще можно было проводить большие свадьбы. И мы благодарны за эту возможность отпраздновать вместе с семьей и друзьями. И вот моя жена, она обожает сюрпризы. Она обожает удивления. Дорогая, куда ты хочешь сегодня пойти на ужин? Удиви меня. Что ты хочешь делать на твой день рождения? Удиви меня. Вот у нас скоро годовщина, куда поедем на выходные? Удиви меня. Она любит не быть в курсе деталей. Она находится вот именно в моменте, наслаждается моментом и путешествием. Я очень благодарен и ценю это, но это не я. Я хочу знать детали, я хочу знать цели, я хочу знать финишную линию, и, возможно, те, кто слушает, такие же, как я. Кто-то ценит просто, что он доплыл до конца. И я благодарен и за вас тоже, потому что вы мне помогаете здраво смотреть на мир. Но есть такие, как я, которые говорят, что вот этот вот конечный пункт, он важен, потому что я должен знать, куда я иду. Где эта финишная линия? Если вы такие, как я, то в этот период неопределенности, пандемии, всех этих потрясений, которые случаются по всему миру, как здесь, в США, так и по всему миру, все это заставило меня немножко сделать шаг назад и задуматься, и порассуждать, и помолиться, и сказать: «Господь, какая конечная цель всего этого?» Правильно? Потому что когда меняются планы, когда то, что я задумал исполнить каждый год, оно не происходит, конференции, в которых я хотел поучаствовать, они все отменены или стали виртуальными. Если я не могу увидеть конечную цель или конечную финишную линию, я становлюсь разочарованным, расстроенным и смущенным. И поэтому я призываю нас сегодня задуматься над тем, какая конечная цель, какая финишная линия, в чем конечная цель нашей веры. Спасение и преображение в образ Иешуа на личном уровне, конечно, да и амен. Рост наших общин, церквей, служений, да, это прекрасно. Это все правильные шаги в правильном направлении. Но какова самая главная, самая конечная цель и черта? Чего ожидает Господь? И вот при всем том, что происходит вокруг в последнее время, я все больше и больше склоняюсь к одной версии. Иешуа было бы намного лучше, если бы ты был здесь сейчас. Иешуа для меня было бы лучше и для всех нас, если бы ты сейчас присутствовал здесь. И я молю тебя вернуться вскоре. И это все соответствует Писаниям аж вплоть до книги Откровения. Правильно? Это то, к чему мы призваны в теле Мессии, то, что мы должны провозглашать, евреи и неевреи. Это крик из наших сердец. Господь, было бы лучше намного, если бы ты был здесь. Дух и невеста восклицают: «Приди, Господь Иешуа! Приди скорее, Господь Иешуа! Мы нуждаемся в тебе!» И я хочу напомнить это нам в этот период. Я понимаю, что многие из нас это знают, но это напоминает мне, и я хочу с вами поделиться этим, что окончательная цель – это возвращение Иешуа. Возвращение к своей невесте, к верующим евреям и неевреям, которые пригласят его как невеста и будут прославлять его как жениха и как царя. А он будет царить и править на этой земле. Это окончательная цель, это финишная линия. Итак, как это относится к христианам и их взаимоотношениям с евреями, и как это относится к мессианским общинам и их взаимоотношениям с христианами? Две вещи, и прежде всего обращаюсь к моим братьям и сестрам христианам. «Приди вскоре, Господь Иешуа». Амен. Да. Но как и когда это произойдет? Никто не знает ни дня, ни часа, но вот что нам известно. Матфея 23:39 стих.
И как раз это место описания между вот этими вот строками. Это буквально дни, которые предшествуют распятию Иешуа, когда он уже находится в Иерусалиме. Он приходит в Иерусалим, он поднимается на Елеонскую гору и смотрит на город. Он смотрит на город, в который он когда-нибудь вернется, будучи царем в физическом теле после воскресения, и будет править там. И он скорбит об этом городе. О, Иерушалаем, Иерушалаем, как жаждали пророки увидеть то, что сейчас вы видите. Я посылал вам пророков, чтобы провозглашать мир, спасение. Как я желал собрать вас под свои крылья, как птица собирает своих птенцов, но вы не пожелали. И затем он говорит кое-что важное, и я не хочу, чтобы мы это упустили. Он говорит: «Истинно говорю вам, вы, Иерусалим, еврейский народ, вы не увидите меня, пока, как это звучит на иврите, не произнесете «Барух Аба Бешем Адонай». И это является мессианским провозглашением, такой декларацией мессианской веры. Благословен грядущий во имя Господне. То есть Иешуа говорит здесь нечто очень важное. Он говорит, что Иерусалим не увидит его, не увидит Мессию, Господа неба и земли, пока они не пригласят его. Пока еврейский народ, пока народ Израиля, находящийся в Иерусалиме, не пригласит Иешуа, как обещанного Машиаха, как обещанного Мессию. Должно быть признание на национальном уровне от того, что Иешуа — это Машиах, Мессия. И это должно произойти и среди еврейского народа, в земле Израиля, для того, чтобы Иешуа вернулся. Как это связано с вами, если вы находитесь в церкви? Если вы заботитесь о финишной линии, если вы заботитесь о том, чтобы Иисус вернулся, вы призваны, согласно Писанию, заботиться о спасении еврейского народа. Возможно, вас пригласили на эту конференцию, а вы говорите: «Мое призвание — быть в Одессе. Мое призвание — служить в Крыму». Или «Мое призвание — служить неверующим в Санкт-Петербурге». Что бы это ни было, это очень важно, и это ваше послушание призванию Господа вашей жизни. Но я прошу, чтобы в этот уикенд вы сделали место в своем сердце для реальности, которая соответствует Писанию, соответствует словам Иешуа, который говорит о том, что его возвращение не произойдет, пока не произойдет признание еврейского народа в земле Израиля того, что он Мессия. Поэтому я прошу Господа, чтобы Он вложил вам это бремя ходатайства, бремя молитвы, бремя деления Евангелием с еврейским народом в любви, признавая, что если мы хотим, чтобы Иешуа вернулся, если мы говорим: «Господь, было бы лучше, чтобы Ты вернулся, приди скорее», значит, мы молимся о том, чтобы спасение Господне пришло вскоре для еврейского народа. Амен. Поэтому спасибо, что стоите вместе с нами. Спасибо, что открываете свои сердца в этот уикенд, чтобы принять это бремя ходатайства. Я прошу вас, я ободряю вас из своего же желания о том, чтобы Иешуа вернулся вскоре, чтобы видеть правление нашего Господа и Спасителя здесь, на земле, так как тьма сгущается все больше и больше вокруг нас. Я прошу вас, возьмите это бремя о спасении всего Израиля, так как вы желаете, чтобы Господь вернулся и был вместе с нами. Теперь хочу обратиться к моим мессианским братьям и сестрам. Конечно, мы тоже провозглашаем «Бо Иешуа, Бо», что с иврита переводится «Приди, Иешуа, приди». «Приди скорее, Господь Иешуа». Римлянам 11:25 говорит о тайне. Павел обращается преимущественно к нееврейской аудитории, возможно, полностью нееврейской аудитории. И он пытается донести идею об избранности, о спасении Израиля и о том, как это связано с церковью. Мы об этом читаем в 9-10-11 главе послания к римлянам. И в завершении своей фантастической проповеди он говорит, римлянам 11:25: «Братья, не хочу, чтобы вы были в неведении касательно тайны. Не хочу, чтобы вы упустили что-то, что Господь спрятал, но теперь открывает через свой дух тем, у кого есть глаза и уши, чтобы слышать». И это тайна о том, что частичное ослепление сердец. Почему частичное? Потому что постоянно были евреи, которые приходили к вере в Иешуа. И об этом нам говорят книги истории. Что есть мессианская еврейская община, этот остаток Израиля, который пришел к вере в Иешуа. Но он также говорит о том, что это частичное ослепление произошло для того, чтобы вошло полное число язычников или пришла полнота язычников. И затем следует другая часть отрывка, которую мы провозглашаем в мессианских общинах и молимся. И это часть провозглашения в нашей миссии еврейской.
голос, и так весь Израиль спасется. Но послушайте, мои еврейские братья и сестры, мы не можем говорить «и так», не обратив внимания, что это значит. «И так весь Израиль спасется». Не упускайте этот отрывок Римлянам 11:25. Если мы заботимся о спасении еврейского народа и понимаем, что это неразрывно связано с возвращением Иешуа на землю, если мы действительно заботимся о спасении нашего народа, и, конечно, мы это делаем, потому что это бремя наших сердец в нашем движении, чтобы видеть не только мир спасенным, но видеть наших близких, родных, друзей, искупление и спасение нашего народа в городах и странах, в которых мы живем. Но обратите внимание на то, что говорит здесь Павел. «Итак, весь Израиль спасется». И это «итак» относится к полноте неевреев, которые приходят к вере и в царство. И вот это слово «полнота» здесь, которое используется с греческого, оно переводится как «плеорома». И это не обозначает числовое значение. Иногда этот текст как раз неправильно переводится. И кому-то кажется, что Господь на небесах стоит со счетчиком и считает количество людей. Итак, 279 миллионов, 329 тысяч, 212, 213 и 214. Все, больше нет мест. Полнота язычников пришла, полное число язычников вошло, все. Нет, здесь не так написано. Слово «плеурома» переводится как «суперизобилие», или как «полнота намерений», или как «полнота урожая». Это не числовое выражение, но качественное выражение. Итак, Павел здесь говорит: «Я хочу с вами поделиться тайной. Израиль будет ослеплен для Евангелия частично, пока суперизобилие, послушайте, суперизобилие, пока полнота сердца и планов Господа в отношении неевреев, которые приходят в царство и к вере, не будет исполнена. И так весь Израиль будет спасен». Мои еврейские братья и сестры, послушайте меня очень внимательно. Если мы переживаем об этом, а я знаю, что мы переживаем об этом, если вы жаждете, чтобы весь Израиль спасся, тогда мы, как народ, как тело, как остаток Израиля, искупленные кровью Агнца, мы должны об этом заботиться, у нас должно быть место в сердце ради мечты Всевышнего, ради исполнения Писаний, чтобы исполнилась эта полнота для неевреев, для других народов, чтобы они пришли к вере, чтобы эта полнота невесты среди других народов, среди всех народов земли осуществилась так, как это запланировал Господь. Он так возлюбил мир, что создал еврейский народ, чтобы послать Иешуа Машиаха, чтобы его имя провозглашалось по всему лицу земли, чтобы полнота народов вошла в семью Божью и стала этой невестой, которая приглашает Иешуа. Когда это произойдет, и так весь Израиль спасется. Если мы, как движение, упускаем это, тогда мы отрезаем себя от возможности видеть то, о чем мы молимся, видеть спасение еврейского народа. Я надеюсь, что та страсть, которая есть внутри меня, она достигает и ваших сердец. Как христиан, так и мессианских евреев, которые сейчас слушают и смотрят. Господь открывает сейчас наши глаза здесь, в нашем служении «Еврейский голос». Часть нашего служения в «Еврейском голосе» — взаимодействовать с церковью. Но зачем нам это делать как мессианскому движению? Чтобы церковь вкладывала в нас, сеяла в нас как еврейское служение? Это важно, это классно. И мы верим, что Господь благословит их, потому что они благословения для нас. Но не это конечная цель. Конечная цель вот этой взаимности между нами и христианами — получить это видение и бремя об Израиле, которое есть в сердце Господа, и чтобы это прибавилось к этому богатству тела Мессии по всему миру, когда мы, как невеста, приглашаем Иешуа вернуться. Когда это случится, эта пелена спадет, и так весь Израиль спасется. Христиане, сделайте место в своем сердце. Сделайте место в своем сердце в этот уикенд, в этот период, ходатайствовать и нести это бремя, как бы Господь в какой бы форме Он ни вложил это в ваши сердца и в видение вашей церкви, вашей общине или вашей семье, сделайте место в вашем сердце для того, чтобы нести бремя о спасении всего Израиля. Еврейские братья и сестры, сделайте место в своих сердцах для вечной цели, которая в сердце Господа, чтобы произошло это суперизобилие, полнота Его любви, Его спасения, Его милости среди всех племен, языков и народов, которые войдут и станут частью церкви, частью экклесии, семьи Божьей по всему лицу земли.
Давайте откроем наши сердца для этого в этот период времени. Итак, избранность, влияние и финишная линия. Позвольте мне сейчас быстро помолиться о вас, так как я уже завершаю. Спасибо, что провели со мной эти 45 минут или больше. Да будете благословенны, когда закончится эта конференция. Мне было очень приятно поделиться с вами словом. Господь, я благословляю моих братьев и сестер христиан. Я благодарю Тебя за тех, кто слушает в этот уикенд, кто открыт для того, чтобы сделать место в своих сердцах для миллионов евреев, которые живут сегодня на земле, и для того, чтобы принять полноту Твоего сердца и Твоих планов, чтобы видеть, как народ приходит к вере в Тебя, получив искупление через кровь Агнца и познав своего Мессию. Господь, я молю также о том, чтобы Ты проговорил к сердцам моих братьев и сестер христиан. Дай им большее видение, покажи им то, что Ты хочешь делать среди еврейского народа. Хотя ожесточение и эта слепота частично все еще присутствуют. Что Ты хочешь делать и какова их роль в ходатайстве? И как они могут вкладывать свои силы, свое время, свои возможности в ту мечту, которая есть в твоем сердце, чтобы весь Израиль спасся. Господь, я молю за своих братьев и сестер евреев. Сделай нас, Господь, благословением для всех народов земли. И где у нас слишком узкое мышление для этого, или где мы слишком возгордились и превознеслись, из-за преувеличения того, что мы очень важны в Твоем деле, и если это привело к какой-то изоляции и отделению чересчур, или недостатку плода, или гордыни, мы просим, чтобы Ты простил нас, Господь. И мы молимся и просим о том, чтобы Ты сделал нас теми, кем Ты избрал нас. Благословение, слугами для народов, а также смелыми и отважными свидетелями Твоей любви, Твоего милосердия, Твоей праведности, Твоей справедливости для нашего народа и до краев земли. Господь, да будет место в наших сердцах для Твоего желания и для Твоего плана, чтобы Церковь, состоящая из всех племен, языков и народов, пришла в свою полноту и в свое суперизобилие, своей идентичности и понимания в Тебе. И да достигнем мы вместе этой финишной линии, и достигнем ее скоро. Приди вскоре, Господь Иешуа, приди. Приди вскоре, Господь Иисус. По всему, что происходит в мире, мы, как евреи и неевреи, в единстве. Мы говорим, было бы лучше, если бы Ты уже пришел. И используй наши жизни, наши общины, наши церкви, наши собрания, наши служения, чтобы ускорить Твой приход. Мы, евреи и неевреи, вместе. И мы молимся во имя Иешуа Мессии. Амен. И амен. Шалом и спасибо огромное за ваше время. Будьте благословенны.